Популярность блокхауса в отделочных работах повышается ежедневно. Имитацию бревна применяют для внешней и внутренней отделки. Блокхаус – это срезанная и округленная часть оцилиндрованного бревна. Форму материал получает с помощью уникального метода. Бревно разделяется на две части. Из верхней делают заготовку для блокхауса, внутренняя идет на доски. Панель блокхауса обладает сложной формой. Одна сторона плоская, с отверстиями для вентиляции. Вторая имитирует оцилиндрованное бревно. При совмещении панели не должно быть щелей и зазоров. Плотность достигается специальной сборкой. Для выполнения системы соединения потребуется специальное оборудование. Популярность изделия связана с экологичностью, поскольку блокхаус изготовляется из высококачественной древесины. Есть способ самостоятельного производства блокхауса. На лесопилках используют экономичный и простой способ изготовления. Бревно делится на 4 части. Из прямоугольной середины делают доски и брус. Боковины являются заготовками для блокхауса. Специальный станок доводит поверхность до необходимой формы и размера. Для изготовления блокхауса часто применяется односторонний фрезерный станок, обрабатывающий по очереди все поверхности. Это позволяет повысить производительность по сравнению со стандартным способом. Стоимость станка зависит от степени автоматизации выполняемых процессов. Приобретая автоматизированную линию, можно рассчитывать, что произведенный блокхаус будет иметь лучшие характеристики, что повысит репутацию на рынке и позволит построить перспективный бизнес. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.